Келлер, в чем дело? Неужто я вас чем-то обидел? Хватит уже придуриваться. Обмануть меня хочешь? Кажется, я уже это сделал. Сжечь этого психа! Господи ты боже, эти кретины был как мухи. Капитан, готовьте вертолет! Вас понял, док! Командир, я вас уволю, если этот гад меня найдет. Спокойно, ваше местоположение засекречено. Конечно, пока я не съем твой мозг. Вот срань! Объект у нас Тоу оторвал! Он нахрен Тоу оторвал! Не позволяйте ему вас сожрать! Я иду в атаку! Доктор Кенни, как слышно? В чем дело, командир? Ред Краун указал координаты для отхода, если с Келлером что пойдет не так. Вас будут ждать на базе 7. С дополнительной охраной, надеюсь. Этот вопрос решайте с полковником Руксом, док. Дрянь. Думаешь, просто спрячешься от меня? Внимание всем военным! Все перекрыть, чтобы мимо вас и мышь не проскользнула! Ты думаешь, чертово здание помешает мне добраться до тебя? Всем, это Рэдлер! Подтверждаем, мы видим врага! Приближается к... Док, Келлер! Он и есть цель! Убить его! Живо убить его! Нарушение системы безопасности. Всему персоналу следовать плану эвакуации Альфа. Не слушать! Продолжать, пока не уничтожите цель! Эй, ты что там
делаешь? Улучшение систем обороны! Управляй долбанным вертолетом! Тот, кем ты мог быть. Кем ты должен был быть. Я докажу это Берсеру. Докажу, что он в тебе ошибся. И когда он осознает, каков ты, ты умрешь, и я займу твое место. Сукин сын. Смейся, пока можешь, гад. Ты ничто, сержант. Зверь, животное. Ноль без палочки. Ноль без палочки сейчас отправит тебя в последний путь. Что ты пытаешься доказать? Я ничего не хочу доказывать. Я просто хочу тебя отделать. Йоник, я могу продолжать вечно. Ты только оттягиваешь свой конец. Если убьешь меня, Мерсер расстроится. Сначала забью тебя до смерти, потом уж буду волноваться. Хочешь поставить меня на колени? Этого добиваешься? Просто заткнись и сдохни. Надо сказать, доктор Мерсер, отправить развитых в Гентек – великолепная мысль. Мы прорвемся в их силовую структуру. Сабрина Каллова уже метит на пост финансового директора. Так последуй ее примеру, Кёник. Все должны быть на своих местах, чтобы перейти к операции в зеленой зоне. Конечно, сэр. Хеллер, тебя бы убить. Мне нужен был Кёник, а ты помешал. Прихлопнул как муху. Тебе стоило сказать, что нас тут больше двух бегает. Я уж молчу об этом сраном чокнутом ученом. Ну, теперь знаешь. Мы в Гентек. Мы в черном дозоре. У нас глаза и уши повсюду. Ты собираешь армию? И когда нас наберется достаточно, мы с тобой возглавим атаку и сотрем с лица земли и Черный Дозор, и Гентек. И вирус. Что? Вирусу тоже конец, так? Им всем. Таков план. Осталось недолго. Приготовься. Лживая тварь. Отец! Приходи ко мне в зеленую зону. У Афины плохие новости. У меня тоже. Мерсер нас всех в конец запутал. Он что-то задумал. Джеймс, ты и половины не знаешь. Уже иду.